Я благодарен за то, что вы есть в моей жизни. Я благодарен за соучастие в том, что мы называем эзотерикой. Эзотерика – это действительно наука, а мы – первые пионеры, которые постигают такую сложную науку. Огромное вам спасибо за то, что вы присутствуете, за то, что вы не отвернулись, за то, что вы остались людьми, за то, что у вас есть благородные и теплые сердца. Возможно, вот такие вебинары помогут вам найти ответы, помогут вам стать более, может быть, добрыми людьми или понять механизмы того, почему же не получается что-либо. Обязательно смотрите мои вебинары. Всегда каждый вебинар является уникальным, потому что никогда не готовлюсь к ответу на вопросы. И каждый вебинар, он где-то дает какую-либо подсказку и дает какие-либо, может быть, идеи, которые могут в дальнейшем вдохновить, успокоить, созидать. Ну и приглашаю вас на завтрашний Сангая номер 75. Пытался я сделать 3 Сангая, которые будут посвящены деньгам. И 75-е не получилось. Оно, конечно же, посвящено деньгам, но более посвящено нарушениям. Каким? Там заблокирован денежный канал, карма плохая, не получается зарабатывать, не любят вас деньги и так далее. Вот это все я объединил, и, конечно, получились методы получились такие нестандартные, но тем не менее получился он такой, тоже связано с деньгами, но больше связано с судьбой, с отношениями. Также во время завтрашнего вебинара я проведу обряд, который называется заключение договора с Агни Сома. И в этом договоре мы подпишем как бы договор на то, что мы отдаем свою плохую бедную жизнь и меняем ее на богатую, счастливую. Вот завтра я такой обряд проведу, поэтому я дам завтра 35 ментальных кодов, и после этого дам и вместе с вами проведу, там он 7-8 минут займет, сам вот этот обряд с зажиганием ароматического благовония, с произнесением определенной мантры и так далее. Приходите, будет очень интересно. Более подробную информацию вы можете получить на моем сайте duiko.guru или написать прямо сейчас в гугле Duiko Guru. И первый сайт, который появится, можете кликать на него. Сангая называется Сангая 73, 74, 75.